как глаз вопиющего в пустыне, уготовите путь Господне. Пришелся Господи, за храми прийдь, как просветить светильник света, как у руку положить раб на владыку. С православным приходом мы сотрудничаем уже более 10 лет, и в частности к нам приезжает постоянно игумен Серафим, которого мы любим, всегда ждем, и не только я, но и наши все клиенты, которые здесь собрались сегодня, и все прихожане, которые собрались, эту воду святую будут брать, умываться, лечиться этой водой, будут пить ее, употреблять. И вот такой обряд у нас состоится ежегодно.